Ребята, всем здорово! Давно у нас на канале не было какой-то дичи, вот и она пришла. Это у нас портативный зарядник, походный вариант, военный вариант для природы, если у вас все село и нужно срочно зарядить телефон. Вот такой вот мануальный аппарат для зарядки. Я, как увидел, его сразу заказал, мне стало очень интересно, насколько хорошо он работает и работает ли вообще. Короче, дело здесь так идет. Вы раздвигаете вот эту ручку и просто крутите. Я знаю, что такие штуки уже не новость, и они продавались когда-то, я даже видел где-то в магазинах, но никогда сам не заказывал. Возможно, у вас тоже не было опыта, и вы не знаете, стоит ли такую штуку покупать, на всякий случай. Стоит эта шайтан-машина 250 рублей, 250-300 рублей. Цена небольшая, и если будет работать, то хорошо. Так, когда я начинаю крутить, здесь уже горит лампочка, показывая, что все функционирует. Разъем у нас обычный USB. Так, у нас есть приспособление, чтобы измерять подачу тока из нее. Тоже интересно, сколько она будет нам давать амперчиков. На всякий случай напомню, что если вещица понравится, ссылочка будет в описании. Проверяйте. Так, и, наверное, мы попробуем зарядить, конечно, телефон. Для начала посмотрим, заряжает ли вообще. А потом уже проверим качество. Так, погнали. Давай. Давай. Так, есть. Есть. Ну, прикольно. Заряжает. Может быть, ситуация будет такая, что один будет крутить, да другой звонить. Все возможно. Ну, во всяком случае, это работает. Работает, это хорошо. Давайте-ка теперь проверим, насколько хорошо это работает. И с какой скоростью надо крутить. Так, погнали. Я устал. Короче, он выдавал мне 0,02 и 0,05 ампера. Я сомневаюсь, что с такими амперами он что-то будет заряжать. Дубль 2. Так. Если я медленно кручу. Ну, 5 вольт как бы он выдает. То есть 5 вольт он выдает, но в амперах ничего не показывает практически. Я так понимаю, здесь напряжение есть, но ток сам он не дает. Как можно зарядить на 2 сотые ампера или 5 сотых амперов? Давайте попробуем максимум, да, сейчас? О, давай. Не, друзья, невозможно. 0,05 ампер он выдает, и все. Этого достаточно только, чтобы загорелся экран, но он не дает зарядки, он не заряжает. Это можно вечно заряжать, и вы не зарядите телефон. Вольты он дает, то есть напряжение, а ток сам в амперах не передает. Так что это, друзья, фуфло. Фуфло проверенное, и чтобы вы, друзья, знали, это полный развод, и такую ерунду лучше не покупать, ничего не получится зарядить. Только ради прикола купить, показать, смотри, я типа сам заряжаю, но по факту ничего не заряжается. Так что, друзья, будьте бдительны, если вам, друзья, видео было полезным и помогло, то, пожалуйста, поблагодарите лайком, комментируйте, подпишитесь и можете послать друзьям. Увидимся скоро, пока!